Добрый день, друзья! С вами Алексей Глушевич. Я решил написать новый урок «Рисуем портрет» в программе CorelDRAW. В нем я покажу некоторые хитрости, которыми я пользуюсь. Как обычно, будем рисовать девушку. Ограничиваем область портрета, рисуем овал лица, теперь строим шаблон. Делим овал на 3 горизонтальные части и 4 вертикальные части. Каждую вертикальную часть делим пополам. Среднюю горизонтальную часть делим на 3 части. Наш шаблон готов. Сгруппируем. Повернем его на 3 градуса. Пользуясь им, начинаем строить набросок. Наносим расположение глаз, носа, рта. Поскольку функция шаблона исчерпана, а дальше он нам будет мешать, убираем его. Продолжаем колдовать над наброском. Прорисовываем локоны волос. Набросок готов. Начинаем строить вектор. Заливаем фоновый слой. Затем, пользуясь нашим наброском, рисуем основные объекты портрета. Наносим теневые и светлые области. Глаз, нос, рот. Основные объекты готовы. Убираем наш набросок. Что касается волос, один совет. Чем больше вы нафантазируете, тем в конечном счете получится естественнее. Так что включайте свою фантазию. Строим темные и светлые локоны волос. Я не буду вас долго мучить прорисовкой каждого локона, просто покажу, что в итоге должно получиться. Открываем слой с нашим наброском. По-моему, недалеко отошли от намеченного. Вот, пожалуй, и все, что я хотел показать в этой части. До новых встреч!